Siberian Percussion считает особенно актуальной пьесу белорусского композитора Евгения Магалифа «Калибри» в стиле кроссовер. Здесь и классика, и джаз, и рок, и все это для того, чтобы передать образ крохотной птички «Калибри». Полетели. Thank you.
Мы, квартет «Siberian Percussion», представляем Красноярскую краевую филармонию. В нашем составе только девушки. Владислава Домнич – самая юная участница квартета. Влада – студентка, учится на джазовом отделении музыкального колледжа. Марина Алянчикова – самая обаятельная участница квартета, любительница европейских рок-фестивалей. Екатерина Кузнецова – здравый смысл коллектива и его главный критик. Большая поклонница фигурного катания и сама мечтает научиться кататься на коньках. И я, Екатерина Справникова, потомственный барабанщик и заводила коллектива. Свободное от работы время люблю проводить с сыном и кататься на роликах. Квартет «Siberian Percussion» как одна большая семья. Но что самое главное, я услышал и увидел этого калибри. А это самое сложное в искусстве. Если ты можешь визуализировать образ. Поэтому мое мнение абсолютно точно. Перкуссионисты Сибири, Siberian Percussion и гитаристы Москвы. Спасибо. Спасибо, Александр, спасибо.